Всем привет! Сегодня у нас 24 число июня. Вчера было, кстати, 23, то я перепутала. Вот это чудо! Где-то бы нашло дырочку, я их в сарай закрыла его сутками и выбежала на улицу и бегала по селу. Соседка нашла его с соседом, и он всю ночь у людей спал. И только что утром мне его передали. Я говорю, спасибо вам большое. О, боже, и оно орёт и орёт. Короче говоря, поеду я сейчас в город и куплю ему братьев и сестер, потому что это ужас. Один цыпленок — это горе. А орёт, как потерпевший. Так, сейчас поеду покупать ему друга или подружку этой курице. Она достала меня уже. Она все время орет, она в коробке не сидит, кричит. Вот чтобы вы понимали, она кричит уже с 8 утра, уже начало 11. Орет и все. Гляньте, гляньте на нее. Сумасшедшая. Что это за птица? Надо купить товарища, потому что это не дело. Гляньте, она еще и отвечает. Что, типа, что такое? А ну-ка. Ой, так, ну что, купила я ему братьев. Аж 8 штук. Но они суточные. Вот они все попадали. Я им лампочку другую поставила. Все, он заткнулся наконец-то. Все молчат, все довольны. Вот это с крылышками. Ну, видно, что он старше немножко. Греется, греется. Все. Наконец-то тишина. Все, пускай все спят, отдыхают. Сегодняшний день прошел успешно. Ну, я попросила, чтобы были курочки. Она мне выбирала курочек, там женщина, которая продавала. Тут разные, все яичные породы. Есть одна голошеечка. Вот она спит в тарелочке. Голая шейка у нее. У меня были хорошие породы. Вот черненькие, там всякие тут. Она мне по два штучки кидала, что всякие были породы. Гляньте, сушится, сушится. Что она там? Или греется? Вот, ну, может, где-то там петух и будет, один там два. Но в основном, я так смотрю, вроде бы курочки. Ну, не братья, сестры будут, значит. Посмотрим.